בואו נסדר את הבמה. זה המחזה הבא שנקרא מחיצה מאת אלכסנדר וולודין בביצוע לימי קפלן ואיגור ספיר. אנשים בעיניו כבר מזמן לא היו נחשבים כפרט, אלא כתור אינסופי שעבר דרך השולחן שלו יום יום. אפילו בחופשים היה נדמה לו שהתור הזה גודל וגודל וגודל. כל אחד נכנס בתורו, כל אחד להמשך של תור הקודם, התחלה של תור הבא. אז לקבלה או לרישום? אני צריכה לקבל רישום מהמנהל, ככה. אצל המבקר כבר היית? כן, הייתי, הוא אמר לי לבוא אחרי 20 יום וכבר עברו את האמת 30. את צריכה שוב למבקר כי תקופת ההמתנה כבר הסתיימה. למה בנית את המחיצה? למה בנית אותה בכלל?
מין, וכולם היינו משפחה, וזהו, עכשיו לי יש מחיצה, אני מרגישה בדידות. אני מבקשת ממך, בבקשה. אני רוצה לאחד את זה כאילו למשפחה תגידי לי, כשאת קוראת את המחיצה, היה אישור ניתן? כשבניתי אותה לא היה אישור. כשבני? לא, לא היה. כשאת מורידה את המחיצה, את כן צריכה אישור ניתן. כן, עירייה. איך אנחנו יכולים לתת אישור להוריד את המחיצה שלא נתן אישור לבנות אותה? Очередь, которая проходила через его стол изо дня в день. И даже во время очередного отпуска ему казалось, что это очень все накапливается, накапливается, накапливается. В кабинет заходили по одному. Но каждый был продолжение предыдущего и начало последующей очереди. Вы нас записали на прием? Да, я даже не знаю, я хотела директора получить... Вы секретаря уже были? Да, он сказал прийти через 20 дней, а понимаете, прошло уже 30. Так он снова к секретарю, потому что срок уже кончился.
уже кончился. В чем, собственно, дело? В чем дело? Вы понимаете? Умирайте, срочно надо снять эту перегородку! Срочно! Что, кто-то возражает? Я не знаю, вы бросаете, я наоборот просил, чтобы я снял эту перегородку! Ну, зачем это дело стало? Понимаете, Илья просит у вас, управдом просит у вас, документ, справку, чтобы можно было снять эту перегородку. Так, так. У инспектора уже были? Да, инспектор сказал принести свидетельство. Ну вот так, давай свидетельство. Я уже приносила вот в эту комнату. Это не комната, это приемная. А вам нужно принести в другую комнату, а может быть и в эту. А не знаю, где ваше свидетельство? Уже не было. Запросите копию. Копию я тоже израсходовала. Почему вам не разрешают снять перегородку? Вы понимаете? Я думала, что я вообще так рассчитывала, что каждому человеку нужно свое место. Вы понимаете, ну, чтобы можно было почувствовать себя человеком. Я действительно могу теперь приходить, уходить, никому не мешаю, да и мне никто не мешает. Я могу даже раздеться, ну, в плане быть самой собой. Вот, но вы понимаете, теперь эта перегородка, она все изменила, все, мне надо ее снять. А зачем вы ставили эту перегородку? Понимаете, у меня так жизнь сложилась, семьи у меня нету. Мы с сестрой живем, мы с ее дочкой, племянницей моей. Мы, в принципе, очень дружная семья. К нам приезжают со всего Израиля, вы не представляете. Приезжают, и друзья друзей. Вот. А теперь, когда эта перегородка, все как-то рассеялись. Я не знала, что это будет так грустно. Погодите. Вы ставили перегородку? Да. Сама. Сама? Сама. Вы получали от нас разрешение? Не получала. Скажите, пожалуйста, а как мы можем дать разрешение на то, чтобы снять перегородку, которую мы не разрешили ставить? Очень смешно. Я не знаю! Я вас понимаю.
מלמד אותנו שלא צריך להבין. ברגע שיש שפה וזה זורם, אז זה נוגע לפחות בי. לא היה לי הרבה לעבוד עם האנשים האלה, אבל זה לא מוצלח. ואין מה לעשות, אבל העלייה הרוסית הביאה לנו משהו שאין לנו. לעבוד גשר בדיוק. יש שם את הדבר הזה. ואני לא נהנה לעבוד עם החבר'ה, אני מלמשיך לעבוד איתם. אז באמת, תודה רבה!